На улицах Манчестера снова паника. В СМИ появились кадры, на которых посетители торгового центра Арндейл в спешке покидают здание. Очевидцы утверждают, что услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Инцидент произошел через 12 часов после трагедии на стадионе Манчестер-Арена. В том же городе, на севере страны, где в результате атаки террориста-смертника погибли 22 человека. Известно также, что в районе торгового центра был задержан 23-летний мужчина. Полиция выясняет его причастность к обоим инцидентам.